Соревнования традиционные. Несмотря на каникулы, в открытом первенстве города по легкой атлетике приняли участие десятки юных спортсменов. С этого турнира в Сочи начинается новый соревновательный сезон. В программе бег на 60, 100 и 800 метров и прыжки в длину и высоту. Это первый старт и первый отбор первенству Краснодарского края осеннему, который пройдет 1-4 октября в городе Краснодаре. Вот здесь будем отбирать уже команды сборной города. Как говорят организаторы, борьба на дистанциях по традиции будет жаркая, ведь на попадание в сборную города смогут претендовать только 12 лучших атлетов.